Великобритания не пускает в страну племянницу отравленного Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль получила отказ в визе. Почему и какие новые подробности громкого скандала, за которым следит весь мир, расскажет Ирина Иванова. Отказу в визе предшествовал достаточно странный эпизод. Российские СМИ получили аудиозапись телефонного разговора Виктории с пострадавшей, своей двоюродной сестрой Юлией. Записать беседу удалось якобы потому, что на свой телефон Виктория еще раньше установила специальную программу для рабочих дел. Несмотря на то, что родственница заявляет о своем нейтралитете в российско-британском противостоянии, запись сразу передала местному телевидению и даже приняла участие в популярном ток-шоу. Этот факт и, возможно, просьба самой Юли не приезжать – повлияли на решение британских властей не пускать Викторию к Скрипалям. Формальная причина – отсутствие надлежащих документов. Но, по словам источников в правительстве, скорее всего, Россия использует племянницу бывшего агента КГБ как пешку. Женщина намерена повторно подать документы на визу в понедельник. До сих пор ни один официальный представитель РФ не был допущен к пострадавшим. Юлия пришла в себя неделю назад. Состояние Сергея Скрипаля улучшилось накануне. Он даже начал говорить. Юлия просит ее не беспокоить, пока она поправляется. Прошу прессу учесть это пожелание. Также у меня есть новости о состоянии ее отца, Сергея Скрипаля. Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, так что он уже не в критическом состоянии. Вскоре к пострадавшим допустят следователей. Тем временем Россия намерена на высшем уровне конструктивно обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипалей. Посольство РФ в Лондоне попросило о встрече с главой МИДа Великобритании Борисом Джонсоном. Нынешним сотрудничеством, несмотря на специальное заседание Совбеза ООН на этой неделе, Россия недовольна. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.